Казанский федеральный университет организовал прямую трансляцию по приемной кампании в социальной сети ВКонтакте. Трансляция велась в группе «Абитуриент Казанского федерального». На вопросы отвечал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. В этой приемной кампании мы вообще планируем принять на первый курс 12 772 абитуриента. Наиболее такие отчетливые тенденции, которые характерны для этого года, мы видим уже сейчас, это повышенный спрос на подготовку IT-специалистов. Если вы пропустили эту трансляцию, не стоит отчаиваться. Телеканал «Универ ТВ» проведет прямой эфир о приемной кампании. Наша трансляция является ежегодной. В этом году она пройдет 4 июля в 19:00. Свои вопросы вы можете оставить в официальной группе ВКонтакте нашего телеканала, прислав их в личные сообщения сообщества. Мы принимаем и текстовые, и голосовые сообщения. Обработка вопросов закончится 4 июля в 16:30. Артем Тупичкин, Ильсина Ахатова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Thank you.